YouTube-канал TravelDrone MD представляет фильм о восьми незабываемых днях в отеле Coral Bay Aquamarine. Шарм-ель-Шейх, Египет. Приятного просмотра. Это была очередная поездка на отдых нашей компании. Отель был выбран не случайно. Мы в нем уже были, и он, по нашему мнению, оптимально нам подходит. Ведь нас, как всегда, много. Ожидания снова были оправданы. Море развлекух. Океан веселых напитков. И всегда классное настроение. И наш ролик про это. Влад профессиональный бармен. И он всегда очень внимательно контролировал и не допускал пустоты наших бокалов. В этом помогал ему Димон. В отеле каждый вечер. Добрый вечер всем. Для вас эта песня. Весна опять пришла. И лучики тепла. Доверчиво глядя мое окно. Владимирский цыган летит снег. Хотя я вам давал жизнь разменен, но не очко обычно будет, а димонский. Всем привет из солнечной Алтарии. Сеньоры, сеньоры, кортесы на плаусо! Самым младшим в нашей команде был Ромчик. Он не всегда выдерживал темпа нашего отдыха и иногда был не в настроении. Ксюша с Анечкой не пропускали ни одного танца с аниматорами. Какие динозавры бывают? Тиранозавр. Хищник. Хищники? Каждый день на пляже Мариша занималась с нашими девочками в организованной ею группе египетского здоровья. А мы с пацанами погружались в подводный мир Красного моря. Во время нашего пребывания в Домине у меня случился день рождения. И мы познакомились с Игорем, у которого в этот же день тоже была круглая дата. Очень приятно. Здорово. Да, увидимся еще. С днем рождения, два именинника, два Игоря. Надо же такое совпадение. Да. Отличные певцы и замечательные люди. А разница только в годах. Мы об этом никому не скажем. Один молодой, второй старый. Будьте здоровы. На один год. Да. Поздравления от коллектива отеля всегда были добрыми и душевными. Yeah.
И по традиции, много-много фото на память. Следующий конкурс был на лучшую пару отеля. Участвовали 4 пары, 2 итальянские и 2 русскоязычные. От нас выступили Влад и Оксанка. Они профессионально справились со всеми этапами батла и заняли призовое место. В эту поездку в нашей команде с разницей в пару дней были 2 именинника. И сегодня настала очередь Виарелла. Занятия нашей группы здоровья проводились каждый день. И уже отдыхающие всего пляжа в радиусе 100 метров повторяли за Маришей упражнения. А вечером было традиционное поздравление нашего именинника коллективом ресторана. Они это умеют суперски. Последний вечер нашего обалденного отдыха. Мы гуляли, наслаждаясь яркостью красок и теплом шарма. Привет. А разум усиленно отказывался понимать, что завтра мы снова вернемся в холодную реальность зимней Молдовы. Вдоволь нагулявшись, мы сделали прощальное общее фото возле знаменитой мечети Аль-Сахаба. Прощай, Египет! Привет, новые приключения! До новых встреч, друзья!